Прекрасный солнечный день сегодня. Мы решили прокатиться, проехаться до одного болота, которое нас немножко наказало, когда мы к нему ездили на квадроциклах. В этот раз мы ему хотим отомстить. Но посмотрим, что получится. Может быть, и оно нас еще раз накажет. Попали мы в засаду. Леха не может выйти. Там левее уже просвет, надо туда прорубиться. Ехали-ехали по ручью и попали в засаду. Лес, ручей зарос, превратился в лес. Прекраснейшее болото. Мы тебя нашли. Было интересно и совсем не трудно. Но мы едем на другое болото. Оно должно быть раз в 100 побольше. Катаемся вокруг болота, не можем к нему пробиться. Ну прям беда какая-то. Попробовали один маршрут, сейчас попробуем второй, может быть получится. Подъехали близко, на 300 метров, но вокруг болота сосновый лес с такими мощными стволами. Нам их ну никак не преодолеть. Едем дальше. Прекрасное болото совершенно, никого нет, кроме нас, вероятно, давно не было. С шерпом вы побываете там, где на вас никого не было. Такого еще точно никто не видел. Пытаемся почистить воздухозаборник. Во. Не то, что пытаемся, а прям чистим. Осторожно. Так, у меня с какой стороны? У меня с другой. У тебя, да, с другой.
сейчас подгребать. А, нет, стоп, у меня стой, у меня наоборот. Да нет. Почему? Нет, вот это, вот этот у тебя грязный, я вижу. А рыбой-то как пахнет. А рыба-то изумлена смотрит на нас сейчас, думает, скажет, что делают? Что это такое? Ладно, я сейчас сам почищу. Да нет, смотри, не у... давай я подгребу. Очень много пухи от камыша. Вот так вот надо чистить. Учитесь. Почистил себе, почисти товарищу, да? Все в палках. Палки какие-то. Так. У тебя стоит на этом. Молодец. Находимся мы на Баевом болоте. Вокруг вот такая красота. Ни души. Я залез на свой шерп. Борис плывет рядом. Сейчас будем дальше плавать и дышать. Что тут интересно? Эй-эй-эй! Болото потрясающее. Леха ведет свой репортаж с крыши шерпа. Кому палку? Тут, кстати, ЛТЕ даже ловит. Да ты что? Ну, учитывая, что мы от Москвы в 40 километрах. А вон вышка стоит, отсюда видно ее, вон. То есть ты будешь сейчас прямой стрим делать, да? Да, здорово. Никого мы не нашли пока, но и озеро огромное, а мы его еще не объехали целиком. Сейчас объедем, наверняка кого-нибудь здесь найдем. Ну, по рации были какие-то отклики кого-то. Да, ну, поехали поищем еще немножко. Решил идти вдоль берега. Маленький островочек на болоте. Очень красиво.